Всем ку, Sandbox, третий сезон, прохождение четвертой локации от Warner Music Group. Но перед тем, как мы начнем, прошу вас подписаться на мой телеграм-канал. Там вы сможете найти разбор третьего сезона и гайд по мультяке. Ну что ж, поехали. Задания здесь у нас не подсвечиваются, и эта локация больше похожа на стандартный игровой процесс. Нам нужно будет убивать монстров, проходить небольшой сюжет. Ну, берем задание. Здесь нам нужно собрать 3 гитары. 4 гитары. А всего в этой локации нам нужно собрать 3 колеса. Для того, чтобы починить машину. Разбиваем на мышку. Появляется монстр, и его тоже убиваем. Снова разбиваем. На правую кнопку можно заблокировать атаку. Немного паркура. Снова разбиваем гитару и убиваем монстра. Забираемся на самый верх, разбиваем последнюю гитару и убиваем последнего монстра. Возвращаемся обратно. Разговариваем с Эк, собираем колесо, нас перемещает на следующую локацию. Снова берем задание. В этом задании нам нужно поговорить с друзьями с Эк, они расположены на этой локации. Это первый. Это второй. Это третий. И это четвертый. Возвращаемся обратно к Снеку. Не, она даст небольшой квиз. Первый ответ это 4. Второй ответ 3. Третий ответ это 1. BMW 30. И последний ответ номер 2. Отлично, квиз выполнен. Здесь можно проскипить. Забираем колесо. Нас переносит на следующую локацию. Это детство Суэка. Разговариваем. Здесь нам нужно убить монстра. На shift перекатываться. Если зажать левую клавишу мыши, то мы сможем нанести сильный удар и оглушить противника. На правую кнопку мыши блокировать. Ногу, в которой агрится, сразу можно отойти и убить, остальных можно убить издалека. She can't get in if she wanna hit, I'm rolling up. Yeah, that Popeye's famous told me I'm a child, gonna quit the kid. I'ma pass it to my brother.
Идем дальше. Вот с трубиты теперь нам нужно поговорить с Эко. Забираем последнее колесо, у нас переносит начальную локацию. Чиним машину. Задание выполнено. Еще можно поговорить. Последнее задание отправляет нас на другую локацию. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на телеграм-канал. И ставьте лайки к этому видео. Всем пока.